Итак, наш курс. Теория отказоустойчивых распределенных систем. Кто из вас работал летом в больших компаниях? Ты опустил руку? Я знаю, где ты работаешь. Так вот, если вы там работали, вы, наверное, сталкивались с распределенными системами. Поэтому я не буду вам рассказывать, почему это важно и что это везде нужно. Наверное, вы сами понимаете. Давайте лучше пытаемся понять, какие системы бывают, что мы, собственно, будем изучать. Есть ли у вас какие-то гипотезы? Что может быть полезного? Данные хранить. Вот хранить данные. Где можно хранить данные? Нигде. Давай как-то более общее, более абстрактно. На машине. Это MapReduce, это система обработки данных, а не хранения. Ну, можно в реляционной какой-нибудь базе данных. Ну вот, можно хранить в базах данных. Вы там создаете таблицы, у них какие-то строчки, какие-то колонки. Что еще бывает? Файловые системы. Файловые системы. Что еще бывает? Очереди сообщений. Структуры для процессинга. Бывают еще хэш-таблицы большие. Но их не называют хэш-таблицами, их, конечно, называют key-value storage-ами. Ну, вообще говоря, вы и очереди, и базы данных, и файловые системы, и хэш-таблицы в своей жизни видели. И про распределенность тут речь вроде бы не шло. Так вот, зачем же нам нужны эти системы в распределенном сеттинге? Не помещается. Ну, есть очевидная причина, потому что в одну машину не поместится все. Вот. И есть другая очевидная причина. Вот. Но даже если поместится, все равно не хотелось бы, чтобы ваши данные пропали вместе с этой машиной, когда у нее откажет диск. Ну вот, по этим двум незатейливым причинам нам нужны распределенные системы. Возникает следующий вопрос. А зачем нам курс по распределенным системам, когда у вас уже есть курс по распределенным системам? И вы там действительно будете изучать файловые системы, у вас будет HDFS, у вас будут key-value хранилища Cassandra, у вас будет message queue Kafka, у вас базы данных, может быть, будут. Непонятно, зачем нам делать это еще раз. Но ответ такой. Вот в этом курсе, который у вас будет параллельно, вы будете изучать конкретные системы, и вы будете изучать их программные интерфейсы и какие-то задачи, с помощью которые можно решать с помощью этих систем. Вот мы этого делать не будем. Мы будем смотреть с другой стороны. Мы будем учиться дизайнить такие системы. Ну или, по крайней мере, мы разберемся, как они внутри устроены. Устроены они сложно. Вот слишком сложно, чтобы все это охватить. Сложно по каким причинам? Ну, во-первых, они должны быть очень производительными, поэтому там они пишутся на больших, на сложных языках, пишутся с применением многопоточности, конкурентности, всякой асинхронности и вот всего этого добра, которое вы изучали весь семестр прошлый. Кроме того, они должны быть отказоустойчивы. Они должны переживать отказы и скрывать их от пользователя. Для пользователя сломавшиеся диски или пропавшее питание, или, ну не знаю, потоп в дата-центре должны происходить незаметно. Ну и эти системы должны быть просто огромными, в том смысле, что они должны масштабироваться на сотни и даже тысячи машин. То есть если вы пишете распределенную файловую систему или распределенную хэш-таблицу, то они должны быть в каком-то, ну, желательно они должны быть бесконечными. Но бесконечность, например, в файловой системе можно понимать по-разному. Можно понимать ее в смысле, вы можете хранить там бесконечно большие файлы, которые не умещаются даже на одну машину целиком. Либо вы можете хранить там бесконечно много файлов. Это немного разные сложности, но вот мы про это поговорим позже, конечно. Так вот, и если вы посмотрите на какую-нибудь реализацию такой системы и заглянете в репозиторию где-нибудь на GitHub чего-то опенсорсного, то вы увидите там, ну, по крайней мере, сотни тысяч строк кода. Где-то миллионы увидите. Вот. Человек за семестр, конечно, это все не охватит. Ну, и написать это тоже за семестр, конечно, невозможно. Такие системы пишутся, во-первых, командами разработчиков, во-вторых, пишутся не один год.
и не 2 года, и не 3, и, возможно, даже не 5. Пишутся бесконечно. Но все-таки, если вот на всю эту сложность посмотреть и сквозь нее посмотреть, то окажется, что какие-то ключевые свойства этих систем, ну, скажем, количество отказов, которые эти системы переживают, доступность в случае нестабильности сети, какая-нибудь модель согласованности, если вы знаете, что это. Вот все эти свойства, они будут зависеть не от этих миллионов строчек кода, а вот от некоторых таких вот больших, важных задач, про которые мы, собственно, и будем говорить. То есть, вот наша задача — не изучать, как пишется код в распределенных системах, хотя мы, конечно, этого коснемся. Наша задача — построить вот некоторый теоретический фреймворк, в который можно любую такую систему вложить. То есть в идеале вы закончите этот курс, вы посмотрите на какую-нибудь продакшн-систему на вашей работе или на какую-то существующую известную систему и сможете ее вот разложить на какие-то компоненты и понять, как они взаимодействуют, почему они именно такие. Строить этот фреймворк мы будем долго и в некотором смысле нудно. Вот это займет целый семестр. В этом смысле он будет отличаться от прошлого, где у нас были темы модели памяти, log-free, еще что-то, что-то в разные стороны. Здесь мы будем идти вот так вот последовательно. И вот сегодня мы начнем с того, что поговорим, как такие системы моделировать. Это тема нашей первой лекции. Прежде чем к ней перейти, еще одно замечание. Вот в нашем курсе не будет какого-то одного учебника, какого-то одного референса. Вообще этот курс появился, когда я сам пытался свое понимание упорядочить, и одной книги, которая бы мне помогла, не нашлось. Зато нашелся большой корпус статей, которые написаны про конкретные системы и про какую-то теорию, и вот мы будем читать в первую очередь их. Я надеюсь, что у нас, точнее, не надеюсь, совершенно точно у вас будут домашние задания, где вы должны взять какую-то статью, либо академическую, либо инженерную про одну из существующих систем, прочитать ее, проанализировать и что-то из нее понять. На лекциях мы не будем говорить про конкретные системы, но, скажем, мы не будем говорить конкретно про HDFS, в смысле файловую систему, или конкретно про Kafka. Но это на лекциях. На лекциях мы будем говорить про то, как в общем эти системы можно построить. На семинарах, я думаю, что мы посмотрим на какие-то open-source реализации этих систем. Ну и плюс вы на МВС научитесь ими пользоваться и, надеюсь, помачите все, что происходит в одну какую-то объемную картину. Ну, по крайней мере, цель такая. Что интересно, вот большинство дизайнов, которые мы рассмотрим, были придуманы примерно в одном месте. Как вы думаете, где? Вот да, это была первая компания, которая инвестировала большие средства в инфраструктуру и первая столкнулась с таким масштабом данных, с таким масштабом пользователей, поэтому им пришлось придумывать все самим. Вот, поэтому мы и посмотрим, как они делали и файловые системы, и key-value-хранилища, и сервисы блокировок, которые здесь не указаны, и базы данных. Но это долгий путь, он займет у нас, ну, вот целый семестр. А на сегодня у нас задача маленькая. Мы не хотим разбираться, как эти системы работают, мы хотим себе как-то в общих чертах ее представить. Из чего она может состоять? Ну, из чего она состоит, как вы думаете? Она состоит из некоторых узлов. Вот они будут такими условными кружочками изображены. Вот. И эти узлы — это узлы. Вот. И они, наверное, как вы догадываетесь, обмениваются сообщениями. Один узел может другому что-то отправить. Но на этой картинке, конечно, чего-то не хватает. Верное замечание. Вот не хватает того, что снаружи, потому что в таком виде система бесполезная. У вас есть вот такой вот контур, за которым находятся пользователи вашей системы. Что же они делают? Они посылают вашей системе запросы. Ну, скажем, если вы пишете вот этот самый key-value storage, то есть распределенную хэш-таблицу, то вы отправляете запрос сюда, скажем, set. Записать по ключу K значение V. И дожидаетесь, пока вам система ответит подтверждением, что запись состоялась. Ну, а какой-то другой пользователь может в то же время прийти в какую-то другую, в другой узел вашей системы и отправить запрос get, пытаться что-то прочесть и получить значение. Ну что такое запрос? Запрос — это HTTP-запрос, либо какой-нибудь RPC, совершенно неважно.
Слова знакомые или нет? Да. Удаленные процедуры — это сетевой протокол уровня приложения. Отлично. Вот эти клиенты отправляют запросы в вашу систему. А ваша система внутри чего-то там делает. Ну, скажем, если вы отправляете запрос set, то задача системы — его записать куда-то и ответить клиенту, что запись сохранена. Ну, разумеется, можно ожидать, что система не ответит вам на эту команду сразу. Она должна ее отреплицировать. В случае, если эта машина упадет вдруг, то эта запись, сделанная, останется на других. Ну вот мы этот набор машин будем называть реплика set. Такая вот репликация — это совершенно неизбежная процедура, она будет возникать в каждой системе, потому что каждая система хочет быть, напоминаю, отказоустойчивой. Хорошо. Что здесь интересного, нужно заметить сразу, что вот в этой картинке сразу две различных модели используются. Внутри и снаружи. Они очень разные. Вот внутри используется модель, которая называется message passing. То есть у вас есть узлы, они обмениваются сообщениями. Как устроена сеть, как она моделируется, мы поговорим вот чуть позже. А снаружи мир немножко по-другому выглядит. Как выглядит мир снаружи для клиентов? Вы, в принципе, можете догадаться. API? Ну, да. Ну вот, да, get и set — это программный интерфейс нашей системы. Но вот пользователь, он же не думает в терминах сообщений, в терминах каких-то каналов связи. Вот для него система — это некоторый сетевой адрес, по которому он к ней обращается. И он к этой системе, по этому сетевому адресу обращается через, например, удаленные процедуры. Он просто вызывает методы фактически на системе. Короче говоря, к чему я веду? Что вот для пользователя система, она вот в таком виде не существует, вообще неинтересна. Для пользователя система — это такой, в идеале, очень надежный компьютер. Ну или, если сказать немножко академично, конкурентный объект, на котором этот пользователь зовет какие-то методы. Ну вот set зовет, получает ответ. А другой пользователь, вот этот вот, зовет get и тоже получает ответ. Ну, в этом смысле система для пользователя — это вот тот самый многопоточный мир, который мы изучали в прошлом семестре. То есть это модель shared memory. Важно, что пользователь распределенность не хочет наблюдать. Сама система должна постараться, чтобы выглядеть для пользователя как просто атомарный объект, как абсолютно надежная машина. Что это означает? Ну, это вообще сложный вопрос, мы про него поговорим на следующей лекции, через неделю. Но пока некоторая интуиция. Но вот смотрите, у вас есть эта самая система в виде точки такой условной, и есть два пользователя, они вызывают операции. Они вызывают операции одновременно. Ну, точнее, не одновременно, они пересекаются во времени как-то. У вас есть операция set, у вас есть операция get. И, скажем, они обращаются по одному и тому же ключу. Вот тут хорошо бы понимать, какая семантика будет у нашей распределенной системы. Потому что, скажем, один клиент, ну вот условная Алиса, она ходит на одну машину, на одну реплику, а другой пользователь, условный Боб, ходит на другую реплику. И, скажем, что может получиться? Может получиться, что запросы их пересекаются во времени, а может быть, они не пересекаются. Вот есть set и есть get. И вот, скажем, Алиса может сделать запись на какую-то реплику вашей системы, потом напрямую вне рамок этой системы сказать об этом Бобу, а Боб прочтет. И тогда между этими операциями будет некоторая причинность. И хорошо бы, чтобы система эту причинность понимала и контролировала. То есть вот этот get, он логично ожидать, что он вернет то значение, которое было записано здесь. А что будет здесь, не совсем понятно. Ну вот, в общем, все это нужно формализовать, и все это называется consistency model. И про это пойдет речь как раз через неделю. Что интересно, это понятие как раз было введено, наверное, в контексте разделяемой памяти, нераспределенных систем. И мы могли бы даже его в прошлом семестре изучить, но мы не стали намеренно, потому что удобнее это делать здесь, потому что здесь много неочевидных вещей может происходить, вы увидите. Пока происходит некоторый неймдроппинг, поэтому вы не пугайтесь сильно.
если что-то непонятно. Так, секунду, поставил ли я запись свою? Самое время это выяснить. Вот теперь да. Но это была резервная. Не страшно. Хорошо. Значит, как выглядит система снаружи, мы определились. Ну, по возможности так. Внутри она выглядит как набор узлов, которые как-то через сеть коммуницируют. Вот сегодня наша задача разобраться, как же именно, то есть, насколько адекватна вот эта картинка с кружочками и стрелочками. Можно ли ей вообще доверять? И что мы именно под ней понимаем? Вот в реальности вы пишете систему, вы пишете какой-то код, это программа, и вы ее погружаете вот в физический мир. Там есть сервер, у них есть процессоры, они взаимодействуют через физическую сеть какую-то, у них есть часы. Вот как на этой картинке все это отражено? Давайте думать. Но вот у вас есть узлы, на них исполняется программа. Программа — это что-то сложное и многопоточное, вероятно. Совершенно точно многопоточное. Написано на каком-то современном языке, я надеюсь. И там вы используете какие-то асинхронные вызовы, либо вы используете синхронность и файбера, или грутины. Под вами какой-то сложный планировщик, который всем этим управляет. Ну, конечно, было бы странно тащить это все в математическую модель. Поэтому мы что сделаем? Ну, мы скажем, что программа, что каждый узел — это такой простой автомат. У него есть набор обработчиков для разных событий, скажем. Он может обработать пришедшее сообщение по сети, либо он может обработать сработавший таймер. И есть некоторый event loop, который просто сериализует все эти события. То есть все события, каждый узел нашей системы обрабатывает последовательно. Никакой параллельности физической нет. Но можно сильно об этом не переживать, потому что у вас, скажем, в прошлом семестре была модель памяти, и вы знаете, что физическая параллельность не особенно-то важна для рассуждения. Но это справедливо и на более высоком уровне. Поэтому можно даже считать, что у нас все события, у нас вообще параллельности не будет, и все события происходят глобально в некотором порядке. Сначала сообщение было где-то отправлено, потом где-то другим, какое-то другое сообщение получено, потом получено каким-то третьим. Все это происходит по очереди. Порядок, конечно, не детерминирован, но он какой-то существует, какой-то реализуется. Конечно, я не утверждаю, что в реальности систему стоит писать как набор callback'ов. Ни в коем случае не стоит так делать. Скорее всего, вы пишете какой-то на каких-то высокоуровневых примитивах, какой-то синхронный интерфейс используете, как, например, Go. Но вот для наших целей сойдет. Хорошо. Следующий момент. Мы не делаем предположения относительно скорости работы узлов намеренно. То есть мы не говорим, сколько занимает каждый такой шаг. Обработка сообщения, обработка события таймера. Почему? Ну, потому что, во-первых, у вас есть иерархия памяти, и вы можете выполнить инструкцию, например, в 100 раз дороже, потому что она попала мимо кэша и пролетела до оперативной памяти. Ну, вы помните, у вас была пивная иерархия в прошлом семестре. Ну, или же другая причина, скажем, страницу с методом, который вы вызываете, могли вытеснить на диск, и вы сделали вызов по цене обращения к диску. Он внезапно выполнился в миллион раз медленнее, чем хотел. Но есть более глобальные, наверное, причины. Скажем, если вы пишете на Java или на Go, как случается повсеместно сейчас, то там есть сборщик мусора. И хотя он конкурентный, то есть он стремится минимизировать паузы, но все равно они есть. И мы бы не хотели закладывать какие-то темпоральные параметры, типа времени паузы ГЦ, вот в нашу модель. Пусть она будет попроще. То есть узлы у нас двигаются с какой-то произвольно большой и медленной или маленькой скоростью. Есть ли претензии какие-то к этому предположению? Но все еще они не пересекаются в две операции. Ну, в смысле, они сериализованы в том смысле. Ну, можно думать, да. Мы увидим, что и без этого проблем много будет. Хорошо. Теперь нужно поговорить про сеть. Вот на этой картинке все по-прежнему очень условно.
вот этот узел отправляет этому сообщение, оно летит как будто бы по, или этому, по какому-то выделенному каналу, по прямо проводу одному. Ну, в реальности, наверное, не так все происходит. Как происходит в реальности? Мы можем пройти через несколько узлов по узлу. Прям вот этих вот? Нет, не конкретно этих. Знаете ли вы, что такое дата-центр? Слышал о таком. Видимо, это как раз ситуация, когда у нас не может быть напрямую. Но вот эта картинка, вот этот контур, он как раз охватывает условный дата-центр. Ну или может быть даже несколько. И в этих дата-центрах машины стоят вообще-то не по одной. Они стоят, они лежат в таких полках, на полках в шкафах, которые называются стойки, рэки. Вот. Где-то наверху стойки, а может быть не наверху, но так уж повелось, стоит какой-то свитч, который называется top of rack. Вот. Сначала ваш какой-нибудь пакетик, ваше сообщение уходит в него. А потом над этим свитчом, который находится в стойке, наверное, это еще целая коммутационная фабрика, то есть такая сложная система, которая организует потоки данных. Очень сложная, но вот если вам интересно, почитайте, погуглите что-нибудь по вот таким вот кейвордам. Но в любом случае на нашей картинке этого всего нет. На нашей картинке сообщение летит прямо, хотя в реальности проходит через несколько сетевых свитчей. И в каждом из них это сообщение может застрять в каком-то буфере и пролежать там некоторое время, либо вообще дропнуться, потому что свитч переполнен. Поэтому нужно разобраться, а вот какими свойствами обладают наши условные стрелки, потому что это явно некоторая абстракция. Мы, конечно, не хотим какие-то сетевые топологии сюда тащить, мы хотим вот такие вот линки простые. Как будто бы между каждой парой узлов протянут отдельный провод. Каких свойств мы от них ожидаем? Конечность доставки. Ну вот можно ожидать разных свойств. Минимально следует ожидать вот такого. Называется fair loss link. Это линк, который может при отправке дублировать сообщение, может его потерять. Но если вы начнете ретрансмитить сообщение бесконечно часто, то он бесконечно много раз его доставит. Дублировать, это значит, если отправлю один раз, оно придет два? Да. Даже не важно почему, просто это даже не помешает никак, это не сложно. Ну, конечно, пользоваться таким линком неудобно, потому что нам бы на уровне алгоритма, на уровне системы пришлось бы ретраить сообщение, думать об этих всяких тайм-аутах. Это совершенно ни к чему. Вопрос. Свежим пакетом что-то не изменяется? Мы надеемся, что нет. Если ты говоришь про изменение содержимого пакетов, то это в теории уже какие-то византийские отказы, а это совсем далеко от нас сейчас. Но, кстати, хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что вот наша цель, вообще говоря, в этом курсе вот пройти от чего-то очень простого, вот от этого, в том числе и до биткоина, и попытаться все это привести к одному и тому же виду. Но про это пока не говорим. У нас пока вот такие вот линки, и мы хотим поверх них на самом деле построить более высокоуровневый примитив, который называется Perfect Link. Точнее, даже не построить, мы просто им будем пользоваться. Это такой провод, который соединяет два компьютера и гарантированно, надежно доставляет сообщение. Вы отправляете сообщение, оно будет доставлено. Как его сделать? Ну, взять. Ну, условно, это TCP, да. Ну, с некоторыми, конечно, нюансами, потому что у тебя TCP-соединение может порваться, и нужно будет его переоткрывать, там что-то может дойти. Ну, это все решаемо, конечно. То есть у вас есть нетрансмит, у вас есть уникальные идентификаторы, вы это делаете и получаете из такого канала вот такой. Это теоретически возможно. Это теоретически возможно, да, это 100% вероятностью быть уверенным, что мое сообщение доставлено. Ну, тут есть, смотри, тонкость. Вопрос, когда же оно будет доставлено? Вот мы могли бы на этом канале нарисовать вот, скажем, такую штуку, там, меньше либо равно дельта, сказать, что вот у нас есть параметр дельта, который задает верхнюю границу на время доставки. И сказать, что вот между любой парой узлов сообщение доходит гарантированно за это время. Станем ли мы так делать? Это вроде нереально. Это нереально, абсолютно верно, но такая модель называется синхронной. И про это написано куча алгоритмов, но зачем они нам? Потому что такого не бывает. Синхронных сетей не бывает. Но есть противоположный вариант, такой диаметрально противоположный. Это асинхронная сеть.
она вам говорит, что я, конечно, доставлю ваше сообщение, которое было отправлено, но неизвестно когда. Могу это делать сколько угодно долго. Никаких гарантий вы не имеете. Вот вообще никаких. Да. Насколько такая модель адекватна? Вроде как раз так себе работает, если вы там постоянно ретрайте. Ну смотри, готов ли ты при построении своей системы отказаться от любых предположений относительно скорости доставки? Вообще любых. То есть не то, чтобы... Хорошо. Есть вот между синхронной моделью и асинхронной, где-то посередине есть реальный мир. Вот он называется частично синхронным. Он говорит следующее, что, ну это все еще модель некоторая, что сеть ведет себя синхронно, но eventually, однажды, начнет выполняться некоторая временная граница. То есть сеть нестабильна сколько угодно долго, но в какой-то момент, который вам неизвестен, конечно, она начинает работать хорошо. Ну потому что кому нужна синхронная сеть? Она бесполезна в реальной жизни. Какую же мы выберем? Почему? Это верно. Мы выберем вот это вот. Она избавлена от каких-то сложных параметров. С другой стороны, может получиться так, что какая-то задача в ней не решится, например, из-за этой самой асинхронности. Будет неприятно. Но мы это переживем, вы увидите. Зато, если задача решится, то есть мы какие-то свойства можем в такой модели обеспечить, то и в реальной жизни все будет точно хорошо, потому что мы не делаем вообще никаких предположений. Ну, кроме того, что сообщения доставляются. Да, и у нас, я забыл сказать, у нас не будет никакой групповой коммуникации, никаких мультикастов. То есть мы умеем только отправить сообщение от одного узла к другому. Больше ничего. Вопросы? Тут же вроде можно симулировать мультикаст. Ну, можно же вроде бы запилить мультикаст, взяв и всем отправить. Ну, что еще? Можно, конечно, попробовать. Возможно, получится ерунда. Ну, точнее, не то чтобы ерунда, а вот не слишком полезно. А чтобы сделать полезно, это целая история. Она будет через две лекции. Хорошо, значит, что мы на этот момент зафиксировали? Мы зафиксировали, что у нас есть асинхронные узлы. Они ходят с какой-то непредсказуемой скоростью. И у нас есть асинхронная сеть, которая доставляет сообщения, правда, неизвестно, насколько долго. Но мы должны все-таки эту сеть моделировать явно, потому что у нас все-таки есть скорость света, которая нас ограничивает. Мы не можем мгновенно передать сообщение от одного узла к другому. Описанные проблемы, вот потери сообщений, либо какое-нибудь дублирование сообщений, ну, не единственные. Конечно, у вас сообщения могут реордериться, ну, потому что они полетели просто по разным маршрутам в сети. Сети, на самом деле, сети настоящие, они, конечно, избыточные, в смысле, что каждую пару узлов соединяют несколько маршрутов через разное оборудование, потому что оборудование может ломаться. И сообщения могут прийти в разном порядке. Ну вот мы по поводу этого сильно не заботимся сейчас. То есть мы от каналов не требуем доставлять их упорядоченно. Пусть доставляются в любом порядке. Какой еще вид сбоев мы не рассмотрели для сети? Что еще может произойти? Именно с сетью. Но что-то более глобальное, чем проблемы на уровне одного соединения. Вот да, может partition случиться. Давайте возьмем синий маркер и нарисуем им partition. То есть у вас ваша сеть распадается на независимые сегменты, которые друг с другом коммуницировать не могут. Вот сообщения через эту границу просто не ходят. Ну, не то чтобы бесконечно долго, но вот произвольно долго. Они не пересекают. Когда он может возникнуть? Два дата-центра в голову, например. Ну да, представьте, что у вас два дата-центра, между ними экскаватор, и вот он копает. Копает кабель. Ну, в реальности, конечно, чуть лучше. Кабель не один все-таки между дата-центрами, но... Ну, всякое может случиться. Ну, либо якорь в море упасть тяжелый. В общем, мы такие сбои допускаем и обязательно должны о них думать, потому что в этом случае у нас внезапно становятся две распределенные системы, и они начинают жить как-то в своем мире. В рамках асинхронной модели все это укладывается. То есть в асинхронной сети это просто такой вот
ситуация, когда некоторый набор линков, который разрез, начинает работать медленнее, чем все остальное. Но опять же, мы здесь явно нигде не моделируем эти дата-центры. Мы не говорим, что здесь кабель проходит где-то между ними. Просто вот в реальности он есть, имейте в виду. А можно еще раз спросить про одну модель, на чем примечательная? Зачем? Ну, как было сказано, она простая. Она избавлена от параметров каких-то. Еще раз. У нас есть узлы, они соединены прямо проводами. Эти провода, вот они устроены таким образом. Они гарантируют, что сообщение, которое будет отправлено, будет доставлено. Будет доставлено один раз. Ну вот и все. Если ты отправляешь два сообщения, то они могут прийти адресату одному и тому же в разном порядке. Нам ее хватит, потому что... Нам ее хватит, утверждение. И вы увидите, что любой алгоритм, практически любой алгоритм, который ведет себя разумно в этой системе, в этой модели, может быть реализован эффективно в реальной сети, в реальном мире. И вот, в общем, изменений в нем не потребуется. Ну, может быть, какие-то незначительные, связанные как раз со временем и с часами, но мы об этом поговорим ровно сейчас. Давайте про оставшиеся компоненты реального мира поговорим. На самом деле их два. Какие два? Мы промоделировали более-менее процессор внутри узлов. Мы промоделировали сеть. Грубо, конечно, но что делать? Ну, какой-то товарищ, который будет превращать URL в браузере у пользователя, что-то типа запрос к какому-то из серверов наших. Тебя беспокоит, как работает этот контур, да? Но, к счастью, это абсолютно незначительная деталь, в том смысле, что она ни на какие свойства не влияет. Это вот целиком инженерия, а мы хотим как раз ее всю из нашего курса, ну, по крайней мере, из лекции вычистить, потому что нас будет отвлекать. Ну, в реальности, конечно, у тебя клиент не уходит сразу на какую-то реплику, он уходит на какой-то набор прокси, которые стоят на входе в систему. И вот тут уже эти самые прокси, они, во-первых, меняют протокол с внешнего на внутренний, ну и понимают, кому нужно дальше роутить запрос. Ты об этом говоришь. Но в реальной системе это, конечно, все будет. У нас пока можно представить такую вот картинку. Еще раз, на свойства системы это не повлияет. А вот теперь очень нетривиальный компонент, про который мы будем говорить оставшееся время. Это время. Время. И часы. Тут сразу много проблем возникает. Даже мы еще не начали, а уже проблемы. Какого рода? Ну, во-первых, у вас может возникнуть некоторая претензия к понятию «время». Мы будем считать, что все-таки существует некоторая глобальная ось времени, в которой все наши узлы живут. Тут можно пожаловаться на какие-то релятивистские эффекты, но все-таки наши узлы находятся вот как-то локально и крутятся на одной планете с нами, поэтому пока мы их ими пренебрежем, но не совсем. Дальше будет. Да, и мы говорим про физическое время. Пока. Вот, значит, есть общая ось времени, но, конечно, никто ее не видит. То есть у каждого узла есть некоторые часы, которые этот узел использует, вызывая функцию now. И эта функция ему что-то возвращает. Ну, видимо, она возвращает что-то свое каждому узлу. А часы идут с одной скоростью? Давай начнем с другого немножко. Сейчас я отвечу, конечно. Зачем нам нужны часы? Ну, зачем им нужны часы? Ну, вот можно разные применения придумывать, но в целом, кажется, можно разделить их на два класса. Все возможные применения в распределенной системе. Ладно, как можно использовать часы вот так вот абстрактно, без...
не похоже на... Ты вот, занимаешься тем, что стоишь, что синхронизируешь часы. Ну вот, можно измерять, можно снимать текущее время, а можно замерять интервалы. Вот два применения. Зачем каждый из них полезен? Почему каждый из них полезен? Снимать время можно, например, чтобы какие-то запланированные вещи, типа мейнтенанс делать, там базу данных выгружать, новую, еще что-нибудь. Ты опять говоришь про какие-то несущественные вещи. Ну, а что? Ну, полезные, но несущественные. Вот для чего брать текущее время? Чтобы упорядочивать что-нибудь, упорядочивать события. В вашей системе происходят разные события. Ну вот, скажем, Алиса записала сюда какой-то ключ на один узел, Боб с другой реплики читает этот ключ. Или по-другому, пусть он не читает, но пусть он пишет. У вас есть две записи. Но пусть перед тем, как записать, Алиса сначала сделала запись, рассказала о ней Бобу, потом Боб сделал запись свою. Алиса записала, дождалась подтверждения, потом сказала Бобу, Боб сделал запись, дождался подтверждения. Ну вот, для Алисы и Боба вот две эти записи, они упорядочены. Они упорядочены через отношение happens before. Они знают, что одно случилось после другого. Вот между ними причинность есть. В то же время узлы этой системы, они эту причинность не наблюдают, потому что все это происходит за границами системы. Но в то же время узлы внутри своей системы могут как-то упорядочивать эти записи. Например, с помощью часов. И если эти часы не синхронизированы, то есть если здесь они, например, опаздывают, а здесь спешат, то вы можете получить порядок записей, не согласованный с действиями пользователя. Неприятность. Поэтому часы нужно синхронизировать, это правда. Значит, но это вот про now. А второе применение связано с интервалами времени. Ну, измерять интервалы можно для того, чтобы срабатывали тайм-ауты. Зачем нужны тайм-ауты? Ну, допустим, можно чтобы обнаруживать сбои. Ну вот, два таких применения часов. Вообще, конечно, можно немножко задуматься, а мы вообще-то отказались от времени вот и здесь, и в сети, и в узлах, а теперь говорим про какие-то тайм-ауты. Какой-то обман происходит. Но, конечно же, реальный алгоритм работает еще раз в такой сети, не в такой, не в синхронной, а в частично синхронной. И там он может надеяться, что рано или поздно сеть будет работать стабильно и будут выполняться некоторые тайм-ауты. Это будет полезно. Но пока алгоритм находится в такой сети, эти тайм-ауты и эти часы не должны нарушать корректность системы, не должны нарушать, скажем, модель согласованности для пользователя. Система должна быть атомарной. Примерно понятно, о чем идет речь? Ну, хотя бы интуитивно. Пока не должно быть понятно целиком. Да. Ну смотри, мы здесь для того, чтобы научиться так не делать. Просто мы уже сделали предположение, что вы так делаете. Нет, я сделал предположение такое, что Алиса делает запись, дожидается подтверждения от системы, потом сообщает о сделанной записи Бобу, и Боб делает свою запись. В итоге у тебя две записи, которые упорядочены через причинность, но если ты упорядочиваешь их внутри системы через просто показания локальных часов для двух разных реплик, то ты можешь получить несогласованный порядок. Речь была об этом. Хорошо. Ну, в общем, часы не должны нарушать корректность алгоритма и иногда помогать. Помогать здесь, не нарушать здесь. Хорошо. Теперь возвращаемся к твоему вопросу. Какие часы бывают? Какие часы бывают? Был другой вопрос, наверное, да? Да. Повтори тогда. Они идут с одной скоростью. Они должны идти с одной скоростью. Давай сидим. По-другому. Так, давай мой вопрос тогда. Какие часы бывают? Ну, мы про них говорим сейчас, да. Ну, бывают солнечные часы, бывают с кукушкой. Ну, в любом случае, какие-то колебания внутри них происходят. Совершенно точно.
Вот в реальном мире, кажется, используются два механизма. Это кварцевые часы. И какие? И атомные часы. Ну, не в смысле, что там какой-то распад происходит, все довольно безопасно. Там какие-то сложные колебания на уровне атомов происходят, которые я все равно не понимаю, поэтому не буду вам рассказывать, пытаться даже. Но вот, например, секунда определяется как раз через эти колебания атома цезия. Ну вот, значит, эти часы, они чем-то отличаются друг от друга. Точностью? Видимо, они идут с разной скоростью. Ну, вернее, они пытаются идти с одной скоростью, конечно, но отклоняются от нее, от этой недоступной физической оси времени. Отклоняются по-разному. Кварцевые часы, вот у них производитель закладывает такие параметры, скажем, 20 parts per million. Иначе говоря, у вас частота может отклоняться, заявленная частота может отклоняться, скажем, на единицу плюс 20 на 10 минус 6. В итоге это все приводит к тому, что за сутки может накопиться порядка 1,7 секунды. Ну вот довольно много, да. А что с атомными часами? За какое время они накопят секунду? За год? Ну, есть мнение, что примерно за 1 миллион лет. Может быть, побольше. Они гораздо лучше. Вот. Ну и если вы знаете про протокол синхронизации часов, например, NTP, то вот в качестве референса Network Time Protocol, то в качестве референса он использует в том числе атомные часы, которые стоят либо на, ну, либо локально, либо где-то в космосе летают. Но до этого доберемся. Есть просто часы, а есть еще там программа, которая отсчитывает этих часов. И по пути ошибается, да, еще задержки какие-то вносит. Да. Это неизбежно. Ты совершенно... А? Ну, мы про это будем говорить, собственно. Не сегодня. Ну вот, значит, есть кварцевые атомные часы. В компьютерах у вас кварцевые, конечно, стоят, поэтому вы вот испытываете такой вот, это называется дрейф. Ну и, конечно, часы еще, видимо, показывают разное время. Они рассинхронизированы. Чего бы мы хотели? Мы бы хотели синхронизировать часы, чтобы делать этот самый ордеринг, заявленный ранее. Синхронизировать часы не значит привести их к точному времени. Это совершенно никому не нужно. Это значит просто свести их к одному времени. Вот как бы этого можно было достичь? Давайте знаем. Ну ладно, да. Давайте представим, что мы условно NTP. Он же что-то. Давай представим мир, в котором нет дрейфа. Все часы идут одинаково. С одинаковой скоростью. С правильной скоростью. И вот есть узлы А и Б. Ну, что мог бы сделать узел А? Он мог бы измерить текущее время и отправить сообщение, запрос узлу Б. Тот бы запомнил это время, подумал о чем-то и ответил своим. Что мог бы сделать дальше узел А? Но он мог бы попытаться прикинуть, какой лаг вносит вот эти вот передачи сообщений. Вот как бы можно было бы измерить дилей приближенно. Ну, повторить это здесь там много раз и усреднить. Ну, усреднить что? Вот мы сейчас что-то усредним. Значит, у нас есть t3 минус t0,
и мы его можем измерить точно, потому что у нас часы не дрейфуют, вот это два наших показания внутри одного узла. Но мы можем вычесть из них T2 минус T1. Вот, ну и пополам, да? Но это некоторая попытка. Откуда у нас Т1? Ну, нам сказал это Б. Он сказал и Т1? Да. Ну, если мы хотим сказать. Ну, для начала сойдет ведь, да? Ну, по крайней мере, NTP так делает. Ну, у нас же по-разному сообщение. У нас сообщение всегда тоже. Хорошо, значит, дрейфа у нас нет, но давай скажем, что сообщения у нас по линку идут, ну, вот такое время. Значит, от D минус U до D. Где D — это верхняя граница какая-то, а U — это неопределенность. Насколько же мы промахнемся вот таким способом? Ну вот эта формула предполагает, что у вас задержки в обе стороны одинаковые. Непонятно почему. Вот если они не такие, то вы можете вот, ну, вот на U вы можете в разные стороны гулять, смещать эту картинку. И кажется, что вы ошибетесь, ну, на U пополам. Так вот, давайте покажем, что лучше-то нельзя. Что мы хотим сделать? Все еще синхронизировать часы. Что это значит? Отличный вопрос. Что это значит? Что это значит? Но нужно, поскольку часы не дрейфуют, нужно просто добавить к ним какую-то поправку аддитивную. Каждому узлу к своим часам добавить аддитивную поправку. Можно на 4 поправить. Что? 4? 42. А потом еще на 4 поправили. Сейчас. Понятно, чего мы хотим? Мы хотим найти добавку, которая сведет часы к одному и тому же. Ну вот, значит, давайте покажем, что как бы мы ни пытались синхронизировать часы, любой алгоритм не может обеспечить интервал. Мы хотим построить алгоритм, который синхронизирует часы, найдет такие добавки, что часы сойдутся в интервал шириной не больше, чем эпсилон. Ну вот, мы хотим показать, что это эпсилон, оно не меньше, чем пополам. Для этого мы берем алгоритм, который обладает таким свойством, и помещаем его в некоторую сеть. В этой сети все еще два узла, но сеть работает асимметрично уже. Вот в эту сторону она отправляет сообщение за время D, а обратно за D минус U. Ну, то есть сюда они идут долго, а обратно идут быстро. Ну и мы запускаем этот алгоритм, и он что-то там делает дальше. Да. Что мы делаем дальше, кто понимает? Ну, алгоритм запускается и вот синхронизирует, синхронизирует, и вот синхронизирует. И здесь вот часы готовы. Между ними эпсилон. Не больше, чем эпсилон. Это такие отдельные таймлайны каждого узла. Дальше мы выполняем сдвиг. Мы события на узле А оставим теми же самыми. А события на узле Б сдвинем немножко назад. Насколько? Видимо, на У. И в итоге сюда идут сообщения теперь быстро, а назад подольше. Здесь D минус U, а здесь D. Чего мы добились? Ну, отличимо, конечно. И для А отличимо. Ну, смотрите, вот здесь B, ну, А получает те же самые, ну, не те же самые сообщения, он получает сообщения в то же самое время.
Но вот B может ему отправить здесь уже нечто другое, чем он отправлял здесь. Ну, потому что B отправлял показания, например, своих часов. А мы сдвинули это событие раньше, и теперь часы показывают другое. А значит, B сдвинули B. Ну вот, поэтому мы еще и часы B переведем, но вперед на U. То есть, если они здесь показывали 12, то они здесь показывают теперь 12. В итоге, действительно, теперь два узла ничего не различают. Ну, для А вообще ничего не изменилось, а для Б все съехало немножко назад, но он получает те же самые сообщения от узла А, он видит на часах своих то же самое, ну и мы предполагаем, что алгоритм детерминированный, поэтому, значит, действует Б точно так же. Ну, смотри, мы помещаем алгоритм в некоторый мир. В этом мире мы управляем всем. Мы управляем сетью, управляем часами. Ну вот сеть мы перевернули, задержки перевернули, а часы сдвинули вперед для B. В итоге теперь у нас было событие, вот, не знаю, назовем его X, теперь он стал X'. Вот эти события, они происходят в реально в разное физическое время, X' на U раньше. Но B этого не замечает, потому что локально часы ему говорят то же самое, что и здесь, а сообщение от A приходит точно такое же, как раньше. А задержку этот узел не видит просто в сети. Ну вот, значит, в обоих случаях мы синхронизируем часы и видим алгоритм, поскольку он не различает два этих исполнения, альфа и альфа штрих, он выберет одни и те же поправки. Ну вот, давайте посмотрим на какую-то точку во времени, когда часы синхронизированы. Т со звездочкой. Заметим, что показания часов А в этих точках здесь и здесь не отличаются. Ну, потому что для него вообще ничего не менялось. Да? То есть вот часы в точке Т звездочка для узла А, вот они показывают какое-то время. И вокруг них есть интервал. От минус эпсилон до плюс эпсилон. Показывает время, это, собственно, добавка? Да. Это уже скорректированные часы. Давай напишем, что это adjusted clock. И в этот интервал должны угодить часы вот узла B в этом исполнении. И кажется, что и часы узла B в этом исполнении тоже должны туда же угодить. Да? Но чем они отличаются? Ну вот у нас есть два показания часов. Одно из них — это скорректированные часы процесса B в точке Т звездочка и скорректированные часы процесса B в точке Т звездочка в исполнении сдвинутом, штрихованном. И они отличаются на сколько? На U. Потому что поправка одна и та же, а мы их сдвинули на U. И оба этих показания часов должны находиться в этом интервале. Ну, короче говоря, мы должны запихнуть отрезок длины U, но в этот интервал. Ну, то есть он должен быть достаточно широким, значит. Ну вот и получаем, что 2 эпсилон должно быть больше либо равно чему. Этого и мы и хотели. Отлично. И значит, нужно оставить надежду на синхронизацию часов. Реальная сеть ведет себя не обязательно симметрично. Могут быть такие вот задержки разные, поэтому есть нижняя граница, которую мы преодолеть не можем. Мы не синхронизировали часы, мы доказывали, что этого нельзя сделать. Как мы в какой-то степени точности синхронизировали? Мы взяли алгоритм, который претендует на синхронизацию часов, и он нам говорил, что он может вот на эпсилон. Мы показали, что это эпсилон должно быть не меньше, чем у пополам. Если число узлов не 2, а больше, то там становится хуже. У это какая-то данная скажу. Ну, U — это вот непредсказуемая задержка, которая вносится промежуточным оборудованием. Ну, либо какими-то склейками каких-то проводов. Бог знает, чем еще. Ну, она постоянная? Нет, величина ну, U где-то, наверное, постоянно. Ну, некоторые константы. Ты можешь здесь 0 написать, конечно, что это будет слишком. Но задержка переменная. То есть у тебя просто сообщение ходит не какое-то фиксированное время, а вот в некотором интервале. И за счет того, что ты
не можешь измерить эту асимметрию, ты не можешь синхронизировать часы. В этом беда. Но я вижу, там со временем меняется. Можно же его просто взять за D. Ну, можно, да. Но не получится, потому что так ты доставляешь сообщение за ноль, а у тебя скорость света есть все-таки. Будет в отрезке. Ну, да, хуже-то не станет. Ладно, значит, часы точно синхронизировать мы не можем. Не можем, потому что мы ограничены измерением раунд-трипа. Вот все, что мы можем сделать с помощью самых точных часов, даже локальных, если у нас атомные часы, мы можем измерить точно раунд-трип, но не можем из этого раунд-трипа достать слагаемое. Сколько шло сообщение в одну сторону, сколько в другую. Верно ли, что часы нельзя синхронизировать? Нет. Ну, конечно, нет, потому что вы их синхронизируете постоянно, но не вы, конечно. Как же это происходит? Ответ на этот вопрос лежит, кажется, где-то далеко от этого курса, но на самом деле нет. Вот давайте рассмотрим такую задачу. Вы находитесь где-то на этой доске. Вы в плоском мире живете, и вы где-то вот здесь вот. Здесь или здесь, или здесь. Вы не знаете, где вы. Что вы делаете в таком случае? Иду вверх. Ну нет, хотелось бы не идти, а узнать, где ты находишься. Но представь, что тебе говорят, что вот есть точка А с координатами x1. И ты знаешь, что ты находишься на расстоянии d1 от нее. Приятно уже становится. Ты знаешь, что ты находишься где-то вот на такой вот окружности. Но этого мало. Нужна другая точка. Тебе говорят, вот есть точка B с координатами x2, которая находится... И ты находишься на расстоянии d2 от нее. Неудачный рисунок. Вот у вас есть теперь две альтернативы. Вы либо сверху, либо снизу. Кажется, что осталось немного. Узнать третью точку. Узнать, что вы находитесь на расстоянии d3 от нее. И вот вы нашлись. Вот то, что получилось, ну вот эта задача, она называется задача трилитерации. И вот ее решают GPS-ресиверы. То есть это такое первое очень грубое, совершенно неточное приближение к GPS, в системе глобального позиционирования. Почему мы про нее говорим, я объясню, конечно. А почему мы про нее говорим, кстати? Ну, может быть, что-то можно уже придумать. Вроде через нее время синхронизируется. Но если взять предыдущий пункт про то, что ты не можешь замерить задержку по проводу, потому что у тебя по пути оборудование, которое вносит какой-то лаг непредсказуемый. Но вот на самом деле вот эти точки — это, конечно, спутники, которые летают по шести орбитам вокруг Земли. Их всего 24 активных, и они вам... Ну, как будто бы сообщают расстояние до них и свои координаты. Конечно, не так. Но только вы в трехмерном мире находитесь, поэтому спутников нужно сколько? 4. Почему? Больше. Больше? Ну, кому 4 хватит? Да, вроде тоже 3, как бы, уже до поверхности Земли. Ну, вот человек проспойлерил шутку. Казалось бы 4, потому что, ну, вот измерение добавляется, но поскольку у вас... Есть как бы неявная такая сфера, вы находитесь не где-то в космосе, а на Земле все-таки, то как будто бы вы сможете из двух точек выбрать одну уже точно. Другая будет в космосе и на какой-то большой скорости летать. Вот. Ну, конечно же, GPS так не работает. Почему не работает? Ну, потому что откуда ресивер знает расстояние до спутника? Это магнитный сигнал, может посылать и читать. Давайте по-другому. Представим, что вы моряк. И вы выходите рыбачить в лодке на море, в туман. Идея сомнительная, но вот пусть.
И вы потерялись, конечно же. И вы хотите узнать, где вы находитесь. Ваши действия. Есть специальная штука такая, подзорка, куда ты не видишь. Туман, не видно. Есть компас. Компас с GPS, наверное, не поможет. Давай по-другому. Ты знаешь, что на берегу есть маяк. Да, и на нем стоит сирена. И она воет каждые 5 минут. Вот в 0 минут, в 5 минут, в 10 минут и так далее. Вот. Скорость света знаешь, конечно, она не важна здесь. Вот. Скорость звука знаешь. Сколько она? Ну, там 340. Хорошо, значит, что можно сделать на месте человека в лодке? Начать плыть в любом направлении и послушать. Ну, сначала стоять на месте, потом услышать сирену. Ну вот давайте он дождется там нуля минут следующего, ну там следующий, начало следующей пятиминутки, замерит время и узнает, сколько же звук до него от маяка шел. Ну, у него есть карта, у него есть координаты маяка каждого, который он слушает. Какое время он замерит? Время, когда он услышит сигнал от этого маяка. В смысле, если ты приближаешься, то звук быстрее. Нет. Это не поместится сегодня. Так. Значит, ты видишь сирену, зачем тебе звук? Значит, давайте так. Вот у нас есть некоторое. Что мы можем измерить? Мы можем измерить дельта Т и умножить на скорость. То есть мы считаем, что у него есть часы, которые синхронизируют. У тебя есть часы, у маяка есть часы, и... И они синхронизируют. Да с чего бы вдруг? Сейчас, подождите, давайте... Стойте. Значит, на маяке есть часы, и там в 0 минут он подаст звуковой сигнал. Вы в этот 0 минут начнете отсчитывать время у себя в лодке и замерите, когда вы этот сигнал получили. Значит, 0 минут одинаковые для всех. Нет. Ну, у нас тоже есть часы, и у маяки есть часы. Вот, значит, мы из... Сейчас очень шумно. Значит, вы измерите дельта Т, умножите на скорость звука, и вот получите расстояние. Что такое дельта Т? Это время, которое шел сигнал до вас. А как мы узнаем, что у нас синхронизировано? Как мы узнаем, куда у нас вспышка света? Просто на маяке 0 минут. Мы знаем расписание, когда сигнал подается на маяке. Мы знаем время маяка, мы знаем, куда он был отправлен. Но если на маяке 0 минут, у нас страшно. Но он не будет идти 5 минут до нас. Допустим, мы недалеко, если ты об этом. В смысле, что ты не смешаешь старый нам. Пока нет. Сигнал дошел. Но куда он был отправлен, мы не знаем. Ну, смотри, ты в 12.00 начинаешь слушать маяк. Ну, тогда мы знаем, тогда не совпадает. Ну, часы правильные, да. Нет, подожди. Ты, еще раз, процедура. 12.00, смотришь на свои часы, видишь 12.00, начинаешь слушать. Это как бы ничто не мешает часам быть рассинхронизированными. Хорошо. Вот, значит, и у нас есть теперь вот этот самый, ну, примерно D. Хотя на самом деле это не D, это в терминах GPS, это псевдо-рейндж. Ну, потому что это неправильное расстояние, потому что часы не синхронизированы, конечно. Вот, но что вы делаете? Вы слушаете не один маяк, а сколько? Даже не маяки, а спутники. Сколько у вас неизвестных? Вот у вас есть такая система уравнений. У вас есть неизвестные ваши, у вас есть иксы, и это координаты вот этих спутников или маяков, которые вы знаете откуда-то. И вы замерили задержку, и вы решаете такую систему. Вот неизвестных у вас координаты. Ну и что-то еще на самом деле. Разность. Ну где-то в этой дельта Т есть ошибка ваших часов. Вот, и вы ее не знаете. Тоже неизвестно. Да. То есть вот это вот ваша А, это та поправка, которую нужно внести, ну, пусть будет Б, сдвиг ваших часов. Вот вы тоже хотите его найти. Ну и для этого вы решаете систему из четырех уравнений в случае GPS с четырьмя неизвестными и узнаете, где вы находитесь, а заодно узнаете время.
Что? Какие сигналы? Зачем? Все не важно. Можно еще раз. Сейчас беру 74 маяка. Маяка? Ну, на плоскости, я в плоскости жил. Ну да, на 74. Ну, а смотри, в реальном... У нас сколько неизвестных, столько уравнений будет. Неизвестных у нас пространственные координаты плюс время. Да. Ну, не время, а поправка на локальные часы. Ну, в GPS, собственно, он спроектирован так, чтобы ресивер всегда видел 4 спутника. Вот он их находит и решает такую систему. Что? У нас неизвестные, неизвестные... Это наши координаты и три задержки. У нас неизвестные наши координаты, их 3. И поправка на локальные часы. Почему наши координаты? Ну, потому что мы их ищем. Цель была изначально такая. В GPS? Вряд ли. Ну, нет, но все-таки GPS умеет отличить 8000 километров от нуля. Типа высоту? Да. Мы же ищем типа барицентрические координаты расстояния до этих пацанов. Поэтому 3. Ну да, одного расстояния. Я сходу не скажу, какая там система координат используется вот прям при решении уравнений, но кажется, что там дальше свободно переводится. Но вот эти уравнения называются навигационными уравнениями, и вот ресивер должен их решить. Вот маленькие нюансы, откуда ресивер знает вот эти иксы. Но спутники не знают, где они находятся, они по орбитам гоняют там. Они высоко, там 20 тысяч километров, и они летают с большой скоростью. Ну вот сами спутники иксы не сообщают. Как на самом деле? Еще раз. Они не отправляют их, они отправляют иксы, но вы узнаете время на спутнике в момент отправки этого сигнала, и ресивер знает орбиту спутников точно, которые рассчитывают на Земле просто. И поэтому вы знаете, ну, ресивер знает, где спутник находится в этой точке времени. А откуда... Да, ну, вообще-то, мы синхронизировали... Мы искали поправку на локальные часы, но мы делали это в предположении, что на спутниках GPS время точное откуда-то возьмется. Точное и одинаковое. Откуда оно там берется одинаковое и точное? Ну, потому что там 4 часовых механизма атомных находятся. 2 цезиевых, 2 рубидиевых. Ну, чтобы если один разломается, то вот все-таки другой жил. У них разный сценарий отказов. Вот. Ну и на Земле эти часы все еще сводят к одной оси, синхронизируют. Поэтому вы можете надеяться, что на спутниках время идет одинаково, вот, и ваша задача только найти локальную поправку на ваших кварцевых часах. Но уже поздно, они летают, спутники. Ну, не, мы можем чуть-чуть докер, например, имея некоторую скорость. Есть другие способы, конечно, эти координаты узнавать, но это про GPS можно отдельный курс читать на самом деле. Сложная система. Ладно, маленькое трололо. Смотрите, атомные часы, которые вот на спутниках, где они находятся? Они находятся высоко, далеко от Земли, и летают с большой скоростью. Вот, и поэтому на них время идет немножко по-разному. Ну, в смысле, вот на часах, на ваших и вот там вот. И поэтому, причем специальные общие теории относительности предсказывают разное влияние этих эффектов, то, что вы далеко от там, гравитации находитесь и летаете с большой скоростью. Поэтому, по-моему, там... вспомнить. По-моему, 45 они должны спешить, на 7 отставать, в итоге получается 38, спешат на 38 наносекунд в день. Поэтому их немножко заводят вначале, ну, корректируют при старте. Короче, это сложно, но вот там, видите, какие-то проблемы есть, но мы не в космосе. Это они в космосе, и за нас эту проблему решают. Когда мы колонизируем Марс, вот тогда строить распределенную систему станет сложнее. Хорошо, а при чем же здесь распределенные системы? Нам нужно просто больше компьютеров. У нас будет контур примерно 2, а возможно, если у нас будет 4 компьютера, то мы сможем... Нужно связать GPS и распределенные системы. Давайте ранее спутники. Давайте ранее спутники. Вот этот
Смотрите, есть такая компания Google. Чем она знаменита? Вот, можно подумать, что это поисковик, а на самом деле это облачный провайдер. Вот, и она вместе со своими машинками дает вам свою инфраструктуру, свои базы данных. В том числе система, которая называется Spanner. Вот, это распределенная, геораспределенная база данных, которая на весь глобус натянута. И в этой системе, ну мы до этого доберемся, правда, не скоро, конечно, есть такой компонент, который называется True Time. Это вот правильные часы. Этот True Time умеет функцию Now. Еще кое-что, но это мелочи. Вот что она возвращает? No. Да. Mm? Где угодно, да. Она вызывается где угодно и ровно с той целью, которая была заявлена в самом начале, чтобы обеспечить некоторое упорядочивание событий разных. Но кажется, плохая идея вернуть точку. Не угадаем. Поэтому она возвращает интервал. Интервал какой? Кажется, он выглядит примерно так. Вот вы, вот True Time. Вы хотите узнать время, отправляете ему запрос. Он принимает его, думает, отвечает вам. Вот какие бы вы надежды возлагали на этот интервал, который он вам вернет? Время между двумя вопросами. Середина отправки и получения сообщения. Середина? Между отправкой и нами сообщения, до True Time и получения сообщения. Но можно было бы рассчитывать, что вот этот интервал и вот этот пересекутся. Ну, короче говоря, где-то между earliest и latest есть правильное время. Время вызова функции, то есть. Ну вот да, где-то вот они. Что-то общее между ними есть. В смысле, вот TTL называет функцию now, возвращает нам это время. Ну, он не вызывает, он реализует эту функцию now. Вот мы вызываем ее здесь. Если мы ее вызвали и получили ответ здесь. М? Не понял тебя. Ну вот, сервис получил запрос твой, обработал его, ответил тебе. Где границы на этой линии? Первые, мы должны сейчас это понять. Что? Нет, мы не должны ничего понять. В смысле, все должно быть понятно. Вопрос в том, какую гарантию он дает. Вот он дает гарантию, что этот интервал пересекается с временем обработки запроса. То есть вот реальное время, которое вот было где-то здесь, оно будет в этом интервале содержаться. Именно обработки запроса, не вызова функции. Но вызов функции непонятно, когда состоялся даже. Но если мы пересекаемся с этим интервалом, то мы с этим тоже пересечемся, это уж точно. Можно не волноваться. Пересекаемся или содержим? Пересекаемся. Пересекаемся. Ну вообще вы могли бы такой сервис реализовать сами. Взяли бы NTP, взяли бы текущее время по вашим кварцевым часам, сделали бы плюс-минус 10 минут, и все было бы хорошо. Вот другое дело, что границы этого интервала должны быть как можно меньше. Так вот, как же этого добивается Google? Они берут свои дата-центры и ставят в них специальные машины. На одних из них есть антенны, которые как раз синхронизируются с GPS, со спутниками GPS. А есть еще Армагеддон-мастеры, на которых есть атомные часы, которые дрейфуют. Вот машины с антеннами, там время получается точное, потому что оно следуется от GPS. В Армагеддон-мастерах там получается время с дрейфом. И вот каждая машинка общается с этим набором тайм-серверов и пытается из них извлечь какую-то правильную оценку времени, пытаясь сократить этот интервал до минимума. Вот что у них получается, это добиться порядка, кажется, 7 миллисекунд. Вот такого размера интервал. Идея в том, что, ну, мы это увидим через неделю, что почему эти 7 миллисекунд важны? Потому что этими 7 миллисекундами, ожиданием в течение этих 7 миллисекунд можно заменить коммуникацию между узлами.
можно не общаться ни с кем, а просто подождать 7 миллисекунд. И кажется, что выигрыш небольшой, если вы находитесь внутри одного дата-центра. Но спаннер — это система геораспределенная. И там это точки на разных концах глобуса. Вот. И время задержка сигнала там уже не единицы миллисекунд, а сколько? Ну, я думаю, что можно, как бы там свет быстрее идет, чем на самом деле сигнал в оптоволокне. Ну, под сотню там наберется в худшем случае. Ну, по крайней мере, там несколько десятков уж точно легко. Вот, и вы на этом самом, спаннер на этом экономит. Ну, вот такие дела. Давайте теперь маленькое резюме. Чего мы добились сегодня и с чем мы будем жить дальше? Мы будем жить с асинхронной моделью. В ней, значит, чего в ней нет? В ней нет границ на задержку сообщений. На дрейф часов. И на скорость процессов, на скорость узлов. Но вот почему этого всего нет, мы вроде бы сегодня поговорили. Мы, ну, то есть в реальности, конечно, некоторые границы есть, но никто не обещает нам, что они будут все время соблюдаться. И мы хотим алгоритмы, которые не зависят от этого, которые могут работать и при нарушении этих параметров. Поэтому мы их в модели просто не закладываем. О чем мы сегодня не поговорили, так это про сбои узлов, какие они бывают. Но, кажется, это хороший повод будет поговорить об этом через неделю. Так что на сегодня все. Спасибо.